Так, смотрите, немножечко уже привелось в порядок моя вот эта зона перед домом, но еще очень много работы. Еще очень много работы, девочки. Снег только сошел, можно сказать, неделю назад. Представляете? Нас завалило снегом. Вы видели, какой был снегопад у нас. И вот уже тюльпанчики пошли. Вот, пошли тюльпанчики. Это лилии, или вы меня поправите. Кто знает мой сад-огород. Я постоянно забываю, как это называется. Это все нужно сжечь. И вот смотрите, от соседей. Смотрите, сколько мусора у меня. Привалила мусорка. Тоже нужно уже взяться на выходные и прибраться хорошо. Да, погодка уже шепчет. Уже мы надеемся, что снега не будет. Так, здесь тюльпанчики. Здесь уже линия приведена в порядок. Уже хосты выходят. Уже наводим красоту. О, здесь уже почечки сразу, моментально. Только обрезали. Пару дней назад, смотрите, уже почки. Отлично. Моя клумба. Посмотрите, какая страшная клумба. На сегодняшний день, но скоро будет здесь красота. Нарцисс. Сейчас еду, может быть, что-то докуплю. Из таких маленьких цветных растений и посажу. Немножечко нужно облагораживать. Может быть, камушки докуплю эти беленькие. Нужно тоже немножко освежить. Ну и так все. Так будет вот эта зона уже готова. И буду переходить туда, на дальний двор. Тоже куча работы. Везде куча работы, девочки. Да, частный дом, отдыхать некогда. Так, ну что, настало время открыть цветочки от сыночка. Ой, какие красивые. Бумажечка такая. Прикрепились. Ну вот такой букетик составился, скомпоновался. Может быть, надо разделить, сделать еще маленькую вазочку, потому что очень плотно. Все, спасибо, сыночек. Открыточка. Очень приятно получать букетики с сюрпризом. Так, сегодня у нас прошел дождь хороший такой. Смотрите. Даже вода не впиталась в почву. И я снова ловлю момент, как и в прошлом году, в прошлом сезоне. После дождичка быстренько удобряю газончик. Добавила удобрение, добавила семена травы. То есть немножко уплотнить. Газончик нужно. Как всегда, я в своих сапожках, модных резиновых сапожках. Ой, столько работы еще в этом огороде, в этом саду. Вот, петушки я уже обработала. Еще надо, видите, кусты обрезать вот здесь, вот там. Линия кустов, куча дел еще. И я думаю, в этом году все-таки я добью эту линию и
я отреставрирую. Вот крошка есть. Деревянная окрошка, крошка. И нужно мне расстелить заново вот эту ткань, чтобы трава не прорастала. Вот, закрепить хорошо спицами. Есть такие специальные спицы, крючки, чтобы ветер зимой, осенью не поднимал это покрытие. Вот, это все сделала погода, девочки. Вот. Выдала всю эту крошку деревянную, щипы, да, как они называются. Вот. Подняла это покрытие, эту ткань, и, в общем, вот такое вот творится. В общем, это мне нужно сделать в этом сезоне, добить, чтобы была красота. Вот. А в прошлом сезоне вот я выкладывала вот эти вот камушки, делала ободочек такой. Вот такой ободочек. С этой стороны и с той стороны. И потихонечку так все сама исправляюсь. Здесь начала ковыряться, убираться. И дождь как пошел. Все, все прекратилось, все остановилось. Так. Ну, поехали. Надо заканчивать удобрять. Капульки все собрала. Дырочка. Травка чистенькая, уже такой цвет хороший. Яркий цвет травы, но еще будет красивее. Это только, конечно, начало. Начало газона. Видите, такие тучи у нас. Сейчас немножко перерыв дождя. И вот под ночь снова будет дождь. Смотрела по прогнозу погоды. В общем, такие дела. Тружусь. На выходные дни тружусь. Везде и всюду нужны мои руки. Так, прошло 2 дня. После дождичка в четверг. Ребята, сходила я в магазин. Купила немножечко цветочков посадить. Вот Анютины глазки. Вот сюда, сюда. Вот туда, вот туда в горшочке. Немножко уже здесь приведено в порядок, но еще не до конца. Еще работы полно. Смотрите, как за 2 дня тюльпаны подросли. С какой скоростью. Уже такие бутоны, да? Эту линию я вам показывала. Здесь все сделано. Только немножко еще раскидать щепки эти. Молч. Деревянные вот эти окрашенные щепки. Вот здесь немножечко, видите, Анютины глазок посадила. И клумбочка. Ну, клумба страшная, я вам уже говорила. Но смотрите, за 2 дня нарциссы как раскрылись. Тюльпанчики тоже подросли. В общем, скоро здесь будет хорошо, будет красиво, будет приятно смотреть. А так, конечно, сейчас не очень, не очень. Ну все, иду дальше стричь. Быстренько, быстренько. И может быть костерчик сделаю. Сожгу, посмотрю, сколько я сейчас настригу. И сделаю костер. Как раз уже вечереет, и костерчик очень будет красиво снять. Ладно, буду работать. Смотрите, какую кучу мне надо сжечь. Я начала. Костерчик, костерчик. Можно было запечь картошечку. Но не буду. Обожаю костер. Обожаю, когда трещат дровишки. Классно. Так, нужно подбрасывать веточки. Что-то пробило меня на пирог фруктовый. Вот, сделала заготовочку. Хорошо выглядит. Буду выпекать. Посмотрим, что получится. Кому понравится, потом позже сделаю уже по
по рецептуре. Покажу вам, что, куда, чего и сколько я кладу в этот пирог. Итак, девочки, пекся, выпекался мой пирог фруктовый 30 минут. Смотрите, как получилось. Красота и вкуснотища. Сейчас немножко остынет. И будем пробовать. Пишите, понравился вам мой пирог на внешний вид. Конечно, на вкус вам не попробовать, но я скажу вам честно, вкусно или нет.